Алло, здорово. Ну что, Здорово, как ты парень. там? Братан, ну, жесткая хуйня, впереди еще что-то, по-моему, жестче, жестче, жестче. По месту не могу рассказать, зато буду, приеду, дай бог, короче, рассказывать буду. Ты Ну охуеешь, да. у тебя твои лысина поднимется выше, чем на лысоголовых. Офигеть, круто. Я командование видел последний раз только на полтора месяца назад, короче. Вот так вот, короче, нашли в хохлядской разведке, короче, спальники, спиздили эти спальники. Теперь у меня новый спальник хохлядской, короче. Понял? Теплый. Теплый, новый, теплый, теплый, Натовский новый. огонь, слушай, ну там-то некачественно делают. Ну, Да, там уже не короче. магнитовский даже за 600 рублей, блин. Братан, я его отдал в третий день, и все, там, улетел, нахуй, на вольные хлеба. Короче, так все хорошо, блин, но, братан, пиздец, это не война, это пиздец. Это полная хуйня. Вот так вот. Да, ну я там смотрю, но там, ну что пишешь, ну что там, полный беспредел вообще. Да, да, Что да, как, да, ну да. Я непонятно. тебе говорю, что всем То, на что... всех похуй, всем на всем до пи***. Идите, живите в каналах, ройте ямы, живите там, нахуй. Пошли нахуй вообще, это ваша должность. Все, весь ответ руководства. Вас 300 тысяч, короче, по вообще. Ну, как бы, вас такие я, короче. Заебись просто. Поэтому не смей сюда идти и знай, что, ну, это в полное дерьмо. Только на первом канале, танки, янки, тут нет ни***, братан. Ой, Тут, слушай, это даже, ну, ты не понял смотрю меня, тут там. нет ни***, тут у тебя еды нету, ты пьешь лужу, короче, понял.